Итак, 12-й ход. Первым игроком у нас будет новый выбранный игрок. Это будет один из 6 сыщиков Кингспорта. Для того, чтобы выбрать, я брошу 6-стороннюю кость. Так, 4. Это у нас будет 4-й. Давайте-ка посмотрим. 6, 5 и 4. Рекс Мерфи. Так, так начинает в газете. Сейчас найдем жетончик. Так, жетон в газету поставил. Так, давайте-ка посмотрим, что у него. Так, $3. $3. $3. Я помню, что у него также, кроме $3, в самом начале игры проклятие. И проклятие он это не проверяет. Его можно только снять за благословение. Так, давайте-ка поставим максимальнейшую скорость. Так. Показатель боя на максимум. Давайте поставим тоже. И станет тоже на максимум. Так. Да, значит, Хэнку мы все-таки повысим показатель удачи тогда. Так, что же у нас еще происходит? Три улики, и каждый раз, когда он получает улику, он получает еще одну. Так, 5 единиц рассудка, 5 единиц здоровья. Что еще? Так, обычная вещь. Так, Хэнк, до свидания. Плюс 2 к проверкам скрытности, неплохо. Так, 2 уникальных вещи. Безымянные культы и инопланетная статуя. Инопланетная статуя. При успехе получите 3 улики. При провале потеряете 2 единицы здоровья. Так, рисковая карта. Так, и что еще у нас? 2 заклинания. Так, съеживание. Ну и мой любимый разрыв плоти, конечно же. Как же без него. Так, и один навык. Меткий стрелок. Снайпер. Так, и на этом все с фазой передышки. Переходим к фазе движения. Рекс. У него 4-я скорость. Это значит 1, 2, 3, 4. Он идет в здание администрации и получает не одну, а 2 улики благодаря своей способности. Так. Далее. Хэнк. Хэнк у нас тогда... А где ты, Хэнк, вообще? А че я Хэнка снял с улицы? Был у нас тут. Сайлос у нас был тут. А Хэнк у нас пойдет. У него 5-я скорость. Значит, он пойдет 1, 2, 3 в Южную церковь. И потратит потратит жетон врат на благословение для Рекса. И он теряет свое проклятие. Так, все. Проклятие потеряно. Так, и переходим к фазе мифа. Так, эзотерический орден Дагона.
Так, и еще один портал, еще один жетон. Так, улика на рифе дьявола. Ну, улика у нас не появляется. Плюсики и полумесяцы в движении. Так, давайте-ка посмотрим, кто у нас в эзотерическом ордене Дагона появится. Портал в рельех. И появляется у нас паук Ленг. Он остается у нас на месте. Улика, кстати, исчезает. Так, сколько у нас плюсики и полумесяц. В Архаме у нас плюсиков полумесяцев нету. Зато у нас есть плюсик тут. Плюсики по какому? Какому? По белому. Где у нас белые? Ага, сюда. Сюда, сюда. Так. К несчастью, здание, в котором содержались было два монстра. Так, старое здание обрушилось. К несчастью, в этом здании содержались два монстра, которые теперь были выпущены на улице Фабричного района. Так, Фабричный район, два монстра. Фабричный район. А, нет. Вот он у нас, Фабричный район. Два монстра в Фабричном районе. Так. Бесформенное отродье и зомби. Так. И нас покидает еще один сыщик. Я просто не поставил все карточки с сыщиками, но так как мы все равно используем только сыщиков из базовой игры, но сейчас я поставлю остальных пятерых. Так, берем еще одного сыщика. И на этом какой ход? 12-й заканчивается.